Господа моем, здравствуйте! Сергей перешел на версию 54, поэтому обновляемся, я так понял. Или 55 наоборот. Короче, посмотрите, проверьте, какую надо. Вот такие акции. Опа, опять отряды есть за 1800. Да, они не так редко, кстати. Довольно-таки часто. Ссылка в описании. Пишите Сергею, какую желаете акцию, и берете. Ну, мы турик продолжаем. Никто не напал, поэтому у нас тоска, печаль, ребята, будет. Зеленый центр, утка есть. Сабина, которая меня задиспелит, я не смогу на себя усиление наложить. И она будет хилить, да, пошагово. Тут еще Франц есть. Диспел с меня есть. Ну, кстати, вот я команду в желтую взял с фиолетовой. Погнали, мне кажется, более чем. Это тоже лекарь в центре. По-моему, желтый кристалл, если вот так сделать. Если поляна с ума не сойдет. Собирается, да, собрали 5. И можно желтый прокинуть вот так. Зарядить желтых быстрых. Ну-ка, вот здесь. Чпук. Кто страшен? Или страшен? Или страшен? Как правильно будет? Так, призвали тюкалок, пусть по чуть-чуть тюкают. Здесь. Вот так, погнали. Кто-то в болталке отметил. Так, ну давайте вот так, может, снесем и урон соседнему. И чуть-чуть да не добили. Да давайте еще миньонов тогда призову. Пусть будет. Так, у него замедло, но не надо заряжать утку-то. Ага, доклевали. Во, держи. Утеныш. Кому отдаст? Направо послала. Диспелить нельзя. Надо успеть зарядить. Давай зелеными, да заряжайся. Кэдман. Да зарядился. Куда отдаст? На себе оставил. Тоже пойдет. А ну вот так фиолетовыми дозарядим, успеем. Нет, он сейчас скинет, да? Когда пишет один ход осталось, это значит он скинет. Как-то оно странно сделано. Ну то есть вот она снимается и он бьет. Кэдман себе этих плодит миньончиков. И утка-то дозаряжается потихонечку. А ну, Белеревив, давай. Порази. Да. Сюда, сюда. Сейчас у нас Анастасия добьет. Давай, родная. 350. Ну, пойдет. К сражению. Кэдман. Кэдман имбовый. Усиление будет у нас, да? Забирать. Эти броню режут. Ну, блин, такие хорошенькие. Бьющие. Так, так, так. Ну, давайте желтый выкинем. Вообще ничего не пришло. Давайте так выкинем. О, кристалл. Соберем. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13. Более чем достаточно, я думаю, взрывать можно, да? Тем более уже по сапатке получим. Погнали. Ох, ничего не улетело, не закомбило, не срослось. Ни хрена он дал. Ребята, тут походу надо лечиться уже начинать. Бушку проломил, блин. Не, давайте хильнемся, короче. Он сейчас еще раз будет бить. И опять так же больно. На тебе желтыми. Мало. Ой, еще желтые идут. Атаку поднимает, да?
Ну давай, утка, на тебя шансы немалые. Так, тормознем этих, наверное. Не, вот так, наверное, тормознем. Этому пошлем. Он не должен сдиспелить, насколько я знаю, все равно пройдет ульта. Так, кабану вообще пойдет. Так, держи. Ага. Нормально. На, кабана успеть дозарядить, короче. Давай, кабанчик. Сделай красиво. Вот туда, да, послал? Ну, давайте пробовать его дозаряжать. Хотя он средний. Ух ты, как ему больно дало. Сюда, ребят, погнали, короче. По-моему, все четко пока что. И вот это еще. Эх, не успели зарядить. Сдиспелиться, да? Хотя, может быть, и нет. Ну-ка проверим. Перекинулось. Как-то это странно работает, короче. Самое главное, работает. Так, держи. Миньонов поставим. Все. Доклевали. Блин, Анастасия шестикамневая, конечно, чудеса творит. Опа, атаку подрывает, да? Призывает для всех союзников Фрею леса. Плюс 20 генераций маны, да? Блин, и атаку нельзя снять, да? Будет подрезанную. Я что могу, ребят, приколоть здесь? Во! Это что за лягушка? Минус 35 обороны, он снижается на 10 за каждый ход. Погнали! Где мы еще такое повидаем? Квасирчик в деле. Хрен там, не квасирчик нам в деле. Камни на него не выдали. Но сильно по центру хочется кинуть, как советуют. Рекомендацион, как показывается. Ну, давайте снизу вот это начну кидать. Легче не стало, прокидываем. Ну, давайте тут кинем. Угу. Ни хрена не собрали, да? Зеленый крис собрали. Нахрен он нужен? Атака под рубейшн, мана замедлейшн. Ниндзя заготовейшн. Крис взрывать страшно, но я его взорву. Желтый кристалл поймал. Так. Утка. Куда тебя послать, а? Давай сюда. Так, и сначала миньонов этих призовем, потом этих призовем. Фиол кристалл. Так. Живем. Так, он себя не сдиспелил? Нет. Одним камнем мы не должны дозарядить. Красные тоже вроде не собираются. Еще один желтый кристалл. Прикольно. Так, ну я хилюсь как минимум, а с них диспеливается, да, все? Ну а что делать? Хилиться надо. Тут Белерион сюда ударим. Блин, не добил, да? Ну и желтый, короче, я собираю вот эти. Кусочек. Ух ты, броню срезал, да?
ты звезданула, ниндзя. Так, ну как-то ее надо убивать, наверное, да? Давайте, опять миньоны два раза. И прокидываем. Ну давай, перешли куда-нибудь. Оп, на ниндзю, она подхилилась, да? Что-то произошло. Ну-ка, желтыми добьем. Пойдет. А ну, синие, погнали. На, чтоб перекинула ниндзя, короче, куда-нибудь. Давай, родная. Алмуру. Есть. На, нахрен. Блин, как мне нравится, когда это происходит. Конечно, это просто идеально. Ну, тут опять надо лечиться. Мы снимем, конечно, с Бограда эту фигню. Так ударим. Так, утку сюда послали два раза миньоны. Ну и все, и растаскиваем опять. Какая уникальная команда у меня получилась. Фиолетовыми не будем добивать, желтый прокинем. А ну отдай направо. Я к себе ставила. А кто атаку им подрубил? Почему они еле-еле тюкают? Все, ребят, еще одного заковыряли. Гурикап какой-то был. Желтый центр с синими. Так. Погнали, ребят. Зеленый моноцвет. Синих столько, как сам Бог велел. Сейчас мы будем наматывать. Ну, вот тут кину аккуратненько. О, зелень. Больше ничего не кинуть, да? Не зеленого такого. Ну, давайте тут еще вот кину. Я желтый в одну в углу оставил. Блин, как стоит странно это все. Ладно, четверку я создам, короче, чтобы не разъехалось, не дай бог. 4, 5, 6, 7. Еще зеленые идут. 8, 9, 10. Ну, часть зарядил, и то вперед. Погнали, по центру вот так лупанем. Блин, не добил. Давай мордой добьем центр. Дедушку одного так дозарядим. Ману скинул. Еще раз кинул. Здесь аккуратно шлифанули. Так. Что-то он по нам ударил там. По-моему, как котенок лизнул. Добили. Ну и живем. Такая поляна, тут грех, по-моему, было проиграть. Вот так. И еще зелень есть. На, держи. Эх. Эх. О, идеально, да, закинул. Этот себе атаку подрезанную сдиспелил, да? И атаку остальным поднял. Вообще идеально работают. Эмок больше нет, конечно, вставить. Как есть. Зеленых до хрена. Ух ты. Так, погнали. Фиолетово-желтые. Ага. Ну, не так все плохо. Давайте выкинем фиолетовую тут. Ну, теперь все плохо. Констатирую, ребят. Вообще не нравится мне это дело. Замедло на центр кинули. Давайте выкинем вот так. Тоже не помогло мне это. Зеленые взрывать можно, да? А, давайте нажмем миньоны, пусть клюют. Комбит тут синий уходит. Не знаю, что произойдет. Замедло на меня бросают. На желтых бросили, да? Фиолетовых стороной обошло. Но зарядки фиолетовых еще рано радоваться. Еще до хрена надо.
Заяц, короче. Франц, тут этот, и меня убивают. Заяц по срезанной броне больно даст. У него пока атака подрублена, короче, надо ходить зайцем и к Эдманам. Потому что этот атаку подымет. У кого срезана атака, он им поднимает атаку. Ладно, вот здесь, смотрите, желтые есть. Утка может заиграть. А-а-а, ни хрена не хватило утки. Ну, короче, надежда на фиол. Собрался фиол, желтый собрался. Живой остался, нет? На нахрен. Да это самый идеальный вариант, какой только мог быть. Так. Тут броня срезана. Давай дадим. Пойдет. Сюда погнали. Утка. Все, ребят. Легчайше получилось. Только я сам не понял, что произошло. По-моему, игра за меня опять отыграла. Могли, считай, добить, все зарядились. Но нет. Давай. Двое под безумной атакой, короче, уже. Она еще миньоны, короче, доклюют. Нет, клюнули меня, ребят, тихонечко, разочек. Бах. Готовенький, ребят, турнирчик такой. Подписывайтесь на телеграм-канал. Ставьте лайки, пишите комментарии, как у вас дела идут. Всем удачи, пока-пока.